Пускай. Вот сегодня Дедушка Мороз приехал к нашей многодетной маме. И привез ей подарок. Держите подарочки. Это от Дедушки Мороза. От Дедушки Мороза. Аля, Аля. Смотри, на чёчек смотри. А это маленькому, который сейчас спит, самому маленькому. А также здесь мы купили новогодние продукты, курочки, колбаски. Да. Все к новогоднему столу. Ты куда ешь? Не надо. Это деткам. Все это было возможно благодаря замечательной женщине из Италии, с Рима, Анжелы Ябанджи. И вот мы купили и доставили до наших деточек. И самое главное, детки, знаете, Дедушка Мороз и все желают вам чистого мирного неба на голову, всего самого хорошего, прекрасного, чтобы вы росли и не болели. Спасибо, Дедушка Мороз. А также замечательный человек тоже с Чиловки. Бывший, правда, но в хорошем состоянии. Телевизор, знаю, что у вас. Щегловки или Щетинина? И Щетинина. Нет, Щегловки, да. Семья. Я опишу, как ее семью. И вот они предоставили вам телевизор для того, чтобы вы смотрели новогодние, утренние. И мультики. Деткам, да. Спасибо большое, огромное спасибо людям, которые помогают, которые собирают денежные средства. На подарки, на продукты. Как раз, кстати, вовремя все. Спасибо огромное. Очень благодарна вам. Они вас всем доходят. Деток и вас.